Фоном для него стали массовые акции против политики блока, демонстрации во многих странах – Чехии, Словакии, Латвии, Греции. Везде главное требование – прекратить расширение альянса, отказаться от новых военных баз и не втягивать другие страны в войну чужих интересов. Это кадры из греческого города Салоники. Там на улице вышли тысячи человек – учителя, студенты, врачи, профсоюзы. Манифестанты собрались у стен американского консульства. Под конец митинга протестующие сожгли флаги Соединенных Штатов и НАТО.